коротко, что это было? Здравствуйте. Ну, во-первых, первая игра сезона домашняя, которая очень сильно готовились. Вообще изначально готовились к европейскому турниру, закончить его хорошо. Пришлось переносить все эти навыки, которые подготавливали на первую игру сезона. Хотели показать хорошую игру перед своими болельщиками. Очень хорошо настроились и вышли, как бы показали это. Сегодня очень мало потерь было у команды, и мяч практически полностью держался. Славе его не отдавали. За счет чего это? Вот за счет такой хорошей подготовки или все-таки Слава была сегодня слабой, скажем? Слава не была слабой. Во-первых, изначально была установка от главного тренера сохранять мяч, держать мяч, владеть мячом. Так это получилось на поле. Все. Своими попытками как, доволен? Очень доволен. Команда сделала, я реализовал. Все, спасибо.